Будущее уже здесь. Пока некоторые из вас до сих пор не верят, что мы в будущем будем кушать синтетическое мясо, напечатанное на принтерах, я нахожусь в Калифорнии, в супермаркете Aldi, и я сейчас вам кое-что покажу. Кто живет в США, тот знает, что вот эти вот бегалы, они на завтраке у американцев очень сильно популярны. Я сейчас вам покажу, что входит туда в состав. Ну и вот стандартный состав, а тут мы видим «contains a bioengineered food ingredient», то есть включают в себя биоинженерные пищевые ингредиенты. Давайте возьмем обычные булки на гамбургеры и на сэндвичи и посмотрим, что там. И та же самая картина, contains bioengineered food ingredients. То есть, возможно, мы с вами уже кушаем хлеб из пластика и сами того не подозреваем. А давайте-ка с вами проверим овощи. Я просто взял вот какой-то chopped salad kit. Это просто крашеные овощи, просто салатик, который состоит из капусты, зелени и моркови. И посмотрим, что тут находится в составе. То есть, вот, вам четко видно, что это салат и что тут в составе находится. Contains bioengineered food ingredients. То есть такие же биоинженерные пищевые ингредиенты. Так что вот, дорогие друзья, теперь мы с вами уже и овощи пластиковые едим. Я просто сейчас активно начал сбрасывать вес, следить за своим питанием, и приехал я сюда за вот такими вот просто врапами, шпинатными лепешками, или как там их еще называют. И я постоянно смотрю на обратную сторону, на калорийность продукта. И вот я брал салат, чтобы положить его сюда, и я просто вот случайно увидел вот эту вот маркировку. Я просто в шоке. Я даже не знаю, как теперь ходить и выбирать продукты. Это теперь каждый продукт я должен переворачивать буду и вчитываться.